интересно, типа их ты проверяешь. Так, пока есть возможность, покажу старый метод. Как дедовский метод, как проверить фундамент на наличие ям. Сразу скажу, фундамент не глубокий. Это в принципе неправильно, чтобы не было там дискуссий там и все такое. Желательно копать на ниже промерзания земли, почвы. Ну, тем не менее, не столь важно. Берется ломик тяжелый и желательно по углам бьется в одну точку и слегка пошатывается. Ну и таким способом проверяется. Если вот так пошатываешь и он углубляется, значит там когда-то была яма. Ну ты знаешь, грунт здесь не сказать, что ныряет сильно. Да. Скажи. Да. Вот здесь, в принципе. Так, вот здесь, да. Вот здесь еще мягкий грунт. Вот мягкий, там, но он да, и влажный. Вот я так понял, может быть какая-то ямка. Низшая точка тут. Так. Где больше глина, там... Ну, тут такая же, тут самая же. Такая же самая, да. Ну, ты знаешь... Грунт хороший. Вот когда яма, да, вот именно вот так пошатываешь, раза 3-4 ударил в одну из и ту же дыру, вот эту. И он прям ныряет, вот реально, ты чувствуешь, он да, уходит. Туда, да, да. Все нормально. Скажи, Толя, да, это не так вообще. Раньше деды и проверяли. Но вот тут покрепче. Чем белее глина, она ты крепче. Сюда не показывай, ты туда показывай. Ты на начальник не показывай, ты могу. В принципе, я по центру. Я твои глаза серьезные. Там будет больше, потому что там глина белая. Она мощная. Нет, тут нормально. Если тут вот чувствуется прям хороший грунт. Середину можно не проверять. Допустим, если длинное здание, там все. Если даже будет яма по центру, все равно как бы стены будут, ну, понял, одна в другую упираться, если проседание да. пойдет. Самое главное углы. Тут и сразу видно, что... Да, тут хорош. Я бачу, там тут белая, нету ям. Глина белая, бачу. А все, тут все отлично. Твердо, попробую еще, может, под зданием. Да, сейчас посмотрим. А там это может. Я ощущал, когда копал. Нет, тут хорошо оно. Хорошо ли? Нет, тут отлично. Ну, сразу чуть, оно сразу. Да, да, да. Такие губки вин пишет. Просто вот понимаешь, если была бы яма, чтобы да. вот реально проверить. Все ну, показать. Да, показать. Нет, тут четко. Там тут четко идем вот ту еще сторону проверим. Ну ты знаешь, меня не покоит вот здесь первый раз его ночью. А он мягкий, он и был. Вот тут мягкий. Самый нижний угол, просто там влага собиралась. Вот сама по себе земля здесь мягкая. На углы каменя здоровье вот кидай, будет. Яма. Чуешь? Зацеп каменя. Разрыть. Вот смотри, видишь, и оно... Да. Ты видишь, дрожки я бью, да. и оно уходит. Значит, опустим ниже. Ну там уже пришла влага, глина влажная, то она не опускает. Нет, тут, да? скорее всего, яма и была. Тут же где-то туалет. Вот что, туалет, то есть плиты лежат, туалет. Здоровый туалет. Вот, да. Лучше, все-таки туалет, здесь на углу да. ямка есть. Поллома забил, да? Да, полломика. Если твердый грунт, ты его не забьешь никогда в жизни. Да, да, ну понятно. Согласен тут? Да, да. А тут вот бьешь. Только если что, будете ложить. Поломать лом. Чуешь, глибим немало. А собі були такі каміння здорові сюди, глибим. На перегаз. В общем, как лечится? Такая беда. Если на углу образовалась яма, либо копается до целины, скажем так. До упора. Да. Бывает, что и 2 метра копают глубиной. Либо можно прокопать дальше. Либо в эту сторону, либо в эту сторону. Перекрыть. То есть до того места, где хороший грунт. И она как будет как перемычка. Да. Лично я так делал. Вот у матери я так и делал сарай. Была яма вот именно на вот этом углу. Вот
точно так же я строение. Сам робив, пристраивал. Да. И получилась яма, там вообще нырял ломик. И получается, мне метр всего лишь прокопал чуть дальше. Там хороший грунт. И все, кинул перемычку. Давай сюда проверим. Я на углы кидал за це камень здоровим. Береговика. Не, реально тут яма. Не, ну тут я дивлюсь так по посіву, так видно, що... Тут видно, що яма, ти видиш? Да. Он ныряє. Вот смотри, вона даже влажна. Він уходить і уходить. Смотри, не урони. Видиш? Он іде. Угол, а там нормально, там нормально. О, там, а да, тут? Тут нормально. А то угол накопать, а накидать. Вот смотри. А тут, тут даст. Видиш, ти от дальше її не загоніш, а там, там он уже... ныряє. Вот тебе дедовский метод. Так что нельзя забывать. Спартака знаете? Спартака метод. Знаешь? Тут хорошо. Да, там вообще... Спартак, который восстание сделал, да, рабов? Не, тут отлично, ребята. Там отлично. Вот тут угол. Вот сам угол что-то не то. Попробуй да, туда прожить, да, чуть дальше, уйти от этой ямы и забетонировать. И все будет держать, понял? И, соответственно, заармировать здесь. Потому что тут угол, да ну, оно чувствуется. Вот возьми сам, попробуй. Вот да просто что? Возьми в другую точку и попробуешь в другом месте. Да я знаю, я копал. Я лопатой пробовал. Да. Я его землю лопатой... брал. Залазит. Я в обед твой рот еда клал. Слушай, съемка идет, зачем путаешься? Ну, вот все, вот все тоже. Да. Видишь? Да, ныряет, ныряет. Здравствуйте. 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 Это вы помните по прошлым годам? По. И тут балка, да, была? Вот тут балка отошла, и тут оце завозилась земля, колхоз був, і застраювали ось сюди. Дом отой строївся, на, це засипана земля. Одно де отой другий дом. Панасенко. Панасенко, там ага. Ось. І оце тут ого, воно. Так, на, діло на... в тому, що там от ми перевірили, там хорошо. А от іменно от этот уголок. Земля, а тут ого, щось було. Це. Ну, в общем, тут ще бачиш туалет. Тому що я бачу фундамент. А обожі, і туалет це ж, по-моєму, це ж новий. Ось тут туалет. Так, да, да, да. Ось яма, ось яма. От до того теж щось копали. Просто це ось тут. Туалет, ось все видно. А що ви хочете строїти? Сарайчик, пристроєчка. Та вона буде стояти. Іде сюди, сіяти. Так, прийшлось ось цей угол сюди прокопати. Почти з метр. Там якраз хороший ґрунт був. Забетонировали сюда.